Три человека погибли в американском штате Колорадо в результате наводнения, вызванного сильнейшими проливными дождями. Сотни жителей штата были вынуждены покинуть свои дома. Ливни не прекращаются вот уже трое суток. Больше всего от непогоды пострадали населенные пункты, расположенные вдоль скалистых гор между столицей Колорадо Денвером и соседним штатом Вайоминг. Все погибшие жили в изолированных населенных пунктах. Вода смыла дороги, мосты, жилые дома, автомобили. «Мы только-только начали подсчитывать убытки», — говорит шериф местечка Лайонс. Мощные водяные потоки перемещают по улицам городов смытые автомобили и деревья. Полицейские и пожарные команды выручают людей, которые оказались заблокированными в собственных автомобилях на автотрассах. «Никогда такого не видел», — говорит житель местечка Ниот. «Помню, мы не поверили, когда по телевизору сказали, что надо готовиться к наводнению века. Так все и случилось». Из кампуса университета в городе Болдер эвакуированы более 400 студентов. К спасательным и восстановительным работам подключилось Федеральное агентство по управлению чрезвычайных ситуациях.